Украинские СМИ гадают, где будут учиться дочери президента Петра Порошенко. Журналисты выяснили, что Евгения и Александра не поступили ни в один из вузов страны. Издания предполагают, что девушки отправятся за рубеж, как старший сын Порошенко Алексей. Он выпускник Лондонской школы экономики и политических наук и Европейского института бизнеса во Франции. Ну а сейчас депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко. Сестры Алексея тоже уже успели поучиться за границей. Весной они окончили британский Конкорд колледж, одну из лучших школ страны. Украинские журналисты отправили запрос в пресс-службу первой леди Марины Порошенко. Там пообещали ответить до начала учебного года.